Всем привет! Вы на канале Ленкины вкусняшки. Сегодня предлагаю вместе со мной приготовить самую нежную творожную запеканку. Творог мы очень любим, частенько из него что-то готовлю. На моем канале даже есть отдельный плейлист «Блюд из творога». Ссылочку на плейлист я обязательно оставлю в описании под видео. Чтобы приготовить такую нежную запеканку, мне понадобится творог. Он может быть любой жирности, но чем жирнее творог, запеканка будет вкуснее. Яйца, крахмал, он может быть картофельный или кукурузный, сметана, сахар, щепотка соли, ванильный сахар по вкусу, либо ванилин. Также в запеканку можно добавлять любые ягоды. У меня сегодня, к сожалению, свежих ягод не оказалось, но в морозилке у меня есть замороженная черника. Я ее и добавлю. Весь творог выкладываю в миску. К творогу вбиваю яйца, всыпаю сахар и соль, сюда же ванильный сахар и крахмал. Остается добавить сметану. Сначала немного вот так перемешиваю ложкой все. А теперь все измельчу погружным блендером. Вот такая однородная, очень нежная и воздушная масса у меня получается. Масса очень похожа на творожный крем. Берем подходящую форму для запекания. У меня вот такая стеклянная. Небольшой кусочек сливочного масла и смазываю форму. Можно это сделать и растительным маслом. И всю нашу подготовленную творожную массу выливаю в смазанную форму. И буду добавлять вот такую чернику, как я уже сказала. Вы же можете добавить любую замороженную или свежую ягоду. Отправляю нашу запеканку в духовку. Она у меня уже разогрета до 180 градусов, примерно на 35-40 минут, до красивой румяной корочки. Запеканка получается очень вкусная, нежная, как суфле. Это прекрасный полезный завтрак или перекус. Такую запеканку лучше разрезать в холодном виде. Готовьтесь с любовью и всем желаю приятного аппетита!